Привет всем! Сегодня я прочитаю необычное свое произведение. Оно называется «Все наоборот». Мне часто задают вопрос по поводу этого стиха. Автор, ты что куришь? И вы зададите этот вопрос тоже. В общем, слушайте. Мерцает тьма в углу гороха, я оставляю звезды на обед. Мы уходим по радуге к небу, предотвращая много бед. И отгрызу я зубами жука древесину наших желаний. Уплыву, как рыба вдаль, забирая много признаний. Оставит мрак в углу гороха горячий тусклый свет. Улетит мой жук надолго, меняя вечный темный цвет. Расскажет рыба мне сказку, когда правил мрак на земле. У пруда раскинулась береза, она готовилась к трудной зиме. И чешуя осветит желания наши, мы соберем сережки у березы. Моя любовь станет признанием или выпустит шипастые розы. Тускнеет холод в снегах ночи, и свет не освещает любовь. Моя рыбка расскажет сказку, как сердце впитало кровь. И закончит луна свой ритуал, мы освободимся от оков цепей. Нас отпустит наш туман, но ты моей любви испей.